Всем привет, меня зовут Вика, я очень рада видеть тебя на моем канале, и сегодня я хочу рассказать 4 способа, как посадить косточку авокадо. Все эти 4 способа я испробовала, скажем так, хочу поделиться несколькими советами. Первое – это сезон. От сезона зависит скорость прорастания. Если косточка, например, посажена осенью, и в зимний период она, ну, как бы проросла, и уже у нее есть стебель, и он довольно-таки большой и длинный, и большие листочки, то вам может казаться, что косточка так сильно быстро выросла. На самом деле дерево авокадо может быть такого размера просто из-за того, что ему не хватает света и тепла. Лучше всего косточку сажать в начале весны, ну, то есть весь период весны и лета. Весной и летом световой день намного больше, чем осенью и зимой. И тепла также больше. Вот вы купили авокадо. Любая косточка с любого авокадо подойдет. Но если эта косточка, например, полежит пару дней, так как это случилось у меня недавно зимой, я покупала косточку, она мне полежала пару дней и стала мягкой. Косточка, которая стала мягкой, она не пригодна к выращиванию, потому что она, скорее всего, в земле прогниет и не даст никаких вам плодов и даже не треснет. Размер косточки не имеет значения, имеет значение ее твердость и как бы свежесть, скажем так. Если вы сразу разрезали авокадо, то берите эту косточку и сажайте. Теперь перейдем к способам. Есть, как я уже сказала, 4 способа. Первый, наверное, самый простой, это проткнуть косточку спичками и вставить в стакан с водой, чтобы большая часть косточки была в воде. Протыкаем именно у верха от верхушки, так чтобы основная часть косточки, ее нижняя часть, была в воде. Второй способ – это очистить эту косточку. Когда вы очистите косточку и ставите ее в воду, то процесс, конечно, будет немного быстрее. Третий способ, он, наверное, самый легкий из всех, потому что вы просто берете косточку и садите ее в землю, но также наполовину. Разница между тем, что вы ее посадите в воду, и тем, что вы ее посадите в землю, никакой. В основном садят в воду, так как можно наблюдать, как косточка трескается, выходит из нее корешок, и весь этот период вы можете за этим наблюдать. В земле все намного проще. Вы посадили и наблюдаете за тем, как она растет. То же самое, как с водой, так и делаем и в земле. Есть 2 способа. Сажаем в шкарлупе и сажаем очищенную. Хочу сказать, что в шкарлупе косточка также прорастает намного дольше, потому что размокает сначала шкарлупа. Косточка без шкарлупы намного интереснее за ней наблюдать, так как мы видим, как она трескается по бокам и постепенно расширяется, и из нее выходит самое деревце авокадо, которое вскоре вырастет. Вот сзади меня вы можете видеть авокадо, которому еще нету год, даже полгода. Я их посадила в начале осени, и сейчас уже январь, и вот такие они большие выросли. Сами по себе эти деревца так быстро выросли из-за того, что им осенью, в период осени не хватало света, но им хватало тепла и влаги, поэтому они такие. У них довольно-таки тонкие стебельки. У вот этого дерева ему явно не хватает света. У него довольно-таки большие листья по сравнению с деревом, которое простояло все лето. И это дерево намного больше. Кстати, такой интересный факт, такая интересная история. Моя мама когда-то рассказывала, что они садили на работе деревья и кинули косточку авокадо, как, знаете, один из элементов дренажа, один из камушков. И эта косточка у нее спокойно проросла. То есть не обязательно, чтобы эта косточка была наполовину видна с земли. Но я не экспериментировала и не знаю, насколько это правда. Но для сравнения я могу сказать, что я садила каштан, и каштан я садила полностью в землю. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал.